сейчас под Новый год, я хочу пойти в гости, мы идем в компанию друзей, я хочу переодеться Дедом Морозом, их немножечко повеселить. Ой. Сейчас посмотрим, как это все будет. Мне тут костюмчик подогнали. Серьезный костюмчик. Борода согревает холода. Борода. Ты неправильно одел, по-моему. Неправильно, да? Да, неправильно. Тоже думаю, что неправильно. Да, вот так. Не так, чтобы я каждый раз одевал этот Петрино. Вроде hurricane season закончился. Кепчик. Так, ну что, вроде все, да? А там больше что? Надо еду забрать. Ты ж типа как подарки несешь. А, подарки, чуть-чуть. Вот мои подарки, чтоб не от меня. И тебе тихо, достанется тихо. От меня. Еще погнали. Окей. Wait. There's more. Что? There's more. Hold on. Ну пока это. Ага. Ну что, подарки взял. Погнали, посмотрим на реакцию. Ну а как же, друзей поздравил, вечеринка завершилась, а теперь надо поздравить мою дочку Веронику. Она же у нас еще маленькая, она верит в Деда Мороза. Ну потому что самый маленький еще не знает. Маленький еще не в курсе, да. А старшая уже не понимает. Ну давай я пока одеваюсь, останови видео, а потом мы его под... вроде оделся, вроде похож. Пошел удивлять. Всем привет! С Новым годом! Go! I'll follow you. Дед Мороз вламывается в дом. Ты должен вообще-то через чимни заходить, а ты заходишь через front door. Я надеюсь, меня теща тапочком не прибьет. You're supposed to go. Проснется, испугается, как ее. Mm-hmm. Давай. For Alex and for everybody else. Ooh.
сейчас под Новый год. Я хочу пойти в гости. Мы идем в компанию друзей. Я хочу переодеться Дедом Морозом. Их немножечко повеселить. Посмотрим, как это будет все. Как это все будет. Мне тут костюмчик подогнали. Серьезный костюмчик. Мы живем во Флориде, поэтому мне очень жарко. Очень. Ты неправильно одел, по-моему. Неправильно, да? Да, неправильно. Тоже думаю, что неправильно. Да, вот так. Не так, чтобы я каждый раз одевал это. Петрина. Вроде hurricane season закончился. Чепчик. Так, ну что, вроде все, да? А там больше ничего. Надо еду забрать. Ты ж типа как подарки отнесешь. А, подарки, тюкать. Вот мои подарки, что тебе от меня. И тебе тихо, достанется тихо. От меня. Okay. Wait. There's more. There's more. Hold on. Ну пока это. Ага. Ну что, подарки взял. Погнали, посмотрим на реакцию. Сейчас я попросила. Тусовка во Флориде. Жарковато, но ничего, нормально. Ну а как же, друзей поздравил, вечеринка завершилась. А теперь надо поздравить мою дочку Веронику. Она же у нас еще маленькая, она верит в Деда Мороза. Ну потому что самый маленький еще не знает. Маленький еще не в курсе, да. А старшая уже не понимает. Давай я пока одеваюсь, останови видео, а потом мы его под... вроде оделся, вроде похож. Пошел удивлять. Всем привет, с Новым годом. Go, I'll follow you. Дед Мороз вламывается в дом. Ты должен вообще-то через чимни заходить, а ты заходишь через фронт-дор. Я надеюсь, меня теща тапочком не прибьет. You're supposed to go. Проснется и испугается, как ёж. Чем-то тяжелый. Mm-hmm. Давай. This is for Veronica.
And for Alex. And for everybody else. Ooh. Nice. Nice cookies. Я сейчас покажу Веронике, как мы вчера засняли на камеру, что Дед Мороз приходил и оставлял подарки. Мы посмотрим на ее реакцию. Она ждет этого видео уже, наверное, полчаса. Да, Никуська? Сейчас покажу это видео. Why don't you go? А, вот же оно. Видишь, это наш камин, да? Вот это наш дом. Это Санта-Клаус. Берет свою печеньку. Берет печеньку, да? Что дальше? Он будет кушать? Да. Да. О, кушает. Кушает, да. Смотри, он все-таки повернулся. Он все-таки съел наши печеньки. Пил молочко. Да, вау, куда же он потом испарился? В камин полез. Вероника, он был у нас в камине? Да. О, вау. Еще раз. А что ты звук не включишь? Я включил звук. Не, ничего. Он ничего не говорит? Да, он я посмотрю. Something for Alex. Uh-huh. Oh, he left something он for... Он сказал, что он увидел печеньки и начал их кушать. Oh, wow. Ника, ты можешь всем сказать, что Santa came to your house? Santa came to my house. Yeah. Ты его видела, видишь? See how mommy and daddy caught him? Blue suit and a red hat. Ну да, that's his suit. No, Masa, they have the, he has a different type of suit. Maybe the red suit got dirty. Да, может он испачкался, он надел другой суд. Да не подумал, что он мог упасть. How many times do you think she's gonna actually watch the video? Я думаю, что она будет его смотреть, наверное, сейчас часа два подряд. Bye-bye.